и два дополнительных. Основные комплекты позволяют осуществлять гибку полосы, профильной трубы, квадрата, а также трубы диаметром 42 и 76 мм. С помощью одного из дополнительных комплектов роликов можно работать со швеллером размером до номера 12 и уголком с шириной полки до 63 мм. По желанию клиента, станок может быть оснащен роликами с ребордами. Они комплектуются набором сменных втулок для работы с профильной трубой с сечением от 20 до 80 мм. Изменение положения плиты. Для удобства пользования машиной гибка металла может осуществляться как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскости. Чтобы привести плиту в горизонтальное положение, необходимо, вытянув фиксатор, вращать рукоятку по часовой стрелке до тех пор, пока плита не ляжет на станину. Для приведения плиты в вертикальное положение необходимо вращать рукоятку против часовой стрелки до тех пор, пока фиксатор не совпадет с отверстием на кронштейне плиты.